Здравствуйте, друзья! Мы с вами в Санта-Крус, на даче на нашей. Вот, вы видите, стоит мой иммигрантовоз слева и Tesla Model 3 справа одного цвета. Вот, угадайте теперь, что происходит. Мы, друзья, бродим вдоль бережка. Да, Света там увидела выдру морскую, но камера не возьмет. Там она мелкая. Да. Вот, друзья, смотрите, какая у меня есть штучка. Сейчас я ее сожму, и будет как мозги человеческие. Ой, вот так вот. Там внутри такой гель. Это хорошо вот для того, чтобы разминать кисть. Ой. Получилось как мозги. Что там? Так. Но она не может, например, порваться? Может. Очень даже как. Правда может? Может. Так. Все остальные постигла просто такая участь. Да. Нет. То есть вы уже, у вас порвались уже некоторые. Ну да. Друзья, если вы захотите приобрести такую штуку, Лена нам расскажет, где берут такие штуки. Это называется squash ball. Скорш. Сквош. 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 Или сквиз. Да-да-да, сквош болл. Хорошо. И продаются они, можно на Амазоне заказать, а можно купить в аптеке Walgreens. Почем вещь? А там доллара 2, наверное, недорого. Это и... всего? Да. Успокаивающая штука. А ты говорила, что некоторые смотришь красный, а сожмешь, там вылезает зеленым. Да. То есть это зависит от того, какой гель внутри. Цвет шарика снаружи и цвет геля внутри. То есть такая, как сказать, навороченная вещь. Еще они считаются сенсорными игрушками для детей с отклонениями, для аутистов. Так. Полезные. Вообще для развития моторики. Я вязала для развития моторики. Ну что, друзья. Вот серферы, вот водичка. Хорошо. Многолюдно. Сейчас время не такое раннее. Свет, который час, можешь сказать? Да, конечно. Скажи, пожалуйста. Ровно в 5 часов 5 минут 6. 5 часов вечера. Ну, солнышко есть, ветер не сильный, не холодный. Я бы сказал, даже тепленький почти ветерок, когда есть. Потому что бывает, что и вовсе нет. И мы себе гуляем. Волны вообще нет, серферов практически нет. 5 серферов, такого вообще не бывает. Непонятно, что они там ловят, поскольку волны как-то не видать совсем. Вот этот такой... Но он не серфер, он просто сидит с телефоном на таком месте, где судьи обычно сидят во время соревнований. Вот они сидят вот тут, судьи, и вот там, на площадке. Там ставят палатку такую, вот там. И они из той палатки наблюдают. А серферы, соревнующиеся, вот они тут из мысочка выплывают. Лен, вот вы когда в Питере последний раз были? 2 года назад. А в Америку приехали когда? 5 лет назад. Вот, побыли в Америке 3 года, поехали в Питер, вернулись обратно. Вот этот, как бы сказать, перескок. Туда поехал, сюда поехал, обратно поехал. Вот в контрасте что-то можно увидеть. Вам что-то после 3 лет увиделось в контрасте, что-то такое неожиданное? Город очень сильно изменился. За 3 года? Да, много перемен, много новых зданий построено. В старом городе или где? Нет, ну вот просто меняется облик улиц. Так. Старый город, мы были с детьми все время, было дело, мы почти не гуляли. Так. Но вот наши районы, которые не центральные, изменились сильно. То есть там были хрущевки, а стали какие-то другие дома? Нет, ничего. Там просто были заброшенные цеха, заброшенные... Из них сделали какие-то офисные комплексы. А, коммерческие, я понял. Да, на пустых каких-то... Ну, в принципе, градостроительно важных местах появились высокие объекты. А это какая часть Питерска? Это Ленинский проспект. Ага. Изменился очень сильно. Вот, друзья, собачьи ошейники. 10-15 долларов, браслеты 5-8. Вот человек плетет, выложил на машину, кричал мне, что любит техасцев. Я просто в маечке такой техасской, давайте я вам покажу. Вот, он меня увидел и говорит, ой, говорит, пацаны, говорит, из Техаса свои. Я говорю, ну, типа того. Так. Тут, друзья, сейчас люди стали на досках кататься, которые с моторчиком. Смотришь, идет не с горки вниз, а прямо вверх идет, против.
И думаешь, казалось бы, преодолены силы притяжения Земли. Понимаете, гравитация преодолена. А это все моторчик. Моторчик все. Ну что, друзья, песочек. Песочек, океан. И все нас покинули. О, собаки, да, смотри, какие? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны, пацаны. Так, идем. Океан. Ой, мама. Хорошо, хорошо, друзья. Так. Ну, я как мог задрал джинсы. Как мог задрал. Ой. Но, знаете, дело такое. Океан шуток не любит. Может легко замочить джинсы тоже. Ой. Вода не безумно холодная. Мои ноги! Ну, я бы сказал, градусов 15-16, так, Цельсия. Нормально, нормально, можно жить. Вот так выглядит пляж со стороны моря, океана. Так. Ой, хорошо. Когда сверху смотришь на волны и на серферов, думаешь, что-то у нас волны. Волны нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Волны нет никакой. А так вот, вроде есть. Ой, хорошо, хорошо. Вот такая, друзья, Масипуся пришла с нами познакомиться. И убежала себе дальше. Все время, друзья, приходят собачки посмотреть, что тут у нас стройка за такая. А у нас замок со рвом. Вот. Собакам очень нравится. Они приходят, нюхают. И уходят. Да. Ну, они, собственно, тут не ради нашего замка. У них свои тут игры. Вот они такие стаями такими ходят. Смотрите, вот. Так. Осталось, друзья, дождаться волны, которая проверит на прочность наше построение. Вот сейчас придет волна. О, как раз идет хорошая, нет? Ну-ка, ждем. Нет, она как-то вправо ушла. До нас не очень. Вот так и самые-самые, ну чуть-чуть. Вот я бы сказал, что нам такой легкий тест достался, облегченный. Облегченно. Разрушений не было никаких. Вот уже посложнее ситуация. Да. Чуть-чуть посложнее. Хорошо, что... Друзья, это катастрофа не в личной жизни. Так, все это по мелочи. Вы видите, как ненадежен Тихий океан. Вы видите, как много разрушений вот могут произойти, если строиться на берегу. А вот сейчас хорошая волна идет. Ну-ка. Может быть, даже мы это почувствуем. Ну-ка. Опа-на! Да. Да, друзья, дошла. Дошла до нас волна, и мы почувствовали. Вообще волны разошлись. Сейчас еще одна идет. Я подозреваю, что она может к нам тут подобраться. Нет. Нет, вроде так уж прошло. Ну, во всяком случае, наш замок не разрушен. Разрушен ров. За все надо платить, друзья. Вот что становится с ногами. Так. Это взрослого дедушки. Вот. Ноги ребенка, друзья. Ой. Иди, господи. Пришел. Знаешь, так неожиданно в кадр зашел. Знаешь, так думает, что они там снимают. Мы, друзья, возвращаемся домой после прогулки. И хочу поделиться интересной мыслью, которая была навеяна прослушиванием радио в автомобиле пару дней назад.
значит, там какая-то группа была, и там какой-то человек с таким афро-акцентом американским вдруг неожиданно между песнями говорит вот такую фразу, и она меня пробрала. Вот я, друзья, с вами делюсь. Значит, фраза была такая: whatever day above the ground is a good day. То есть, грубо говоря, всякий день, пока они не закопали, хороший день. Так что есть с чем сравнить. И вот я... Живите, пока можете. Да, живите, пока можете, да. Ой, молодец, молодец. Вот, хороший перевод. Живите пока, радуйтесь жизни, пока есть жизнь. Да, не знаю, как перевести так точно. Я думал, как сказать. Ура! Вот, молодец. Я тоже думал, как сказать по-русски хорошо. Но вот смысл понятен. И каждый раз, когда вам покажется, что что-то день не задался, да, скажите себе, так могло быть существенно хуже. Вы видите, друзья, какие бывают цветы на свете? Нет, это птица. Это птицы, точно птица. Цветочные птицы. А вот сзади цветочной птицы бамбук. Хочу сказать, что вот так не видно. Вот когда посмотрите, как он растет, вы не видите. Но на самом деле он растет в таком резиновом кольце, металлическо-резиновом, чтобы корни не проперли насквозь, потому что иначе он разрастется так, что вообще там все на свете зарастет этим бамбуком. Тут какие звуки тут в бамбуке? Смотри, все стихи. Бамбука штука. Звуки. Нет, я думаю, что это из пальмы. Звуки в бамбуке. Ну, наверное. Тут еще и пальмы, друзья. И мало бамбуков. И звуков. И много пальмы. То вот еще такие пальмы на бутылочки похожи. Правда? Зелени пальма. Мало. Зелени пальма. Мало, пальма. Тени пальма. Никакой. Пальма. Да, и вот еще бамбуки. Так. О! Так. Люди любят бамбук. Из них можно удочек наделать, если что. А вот из этого, друзья, вы видите, кончики обрезаны. Видите, это агава. Почему кончики обрезаны? Они их обрезают и делают из нее немножко текилки. Вот из этого делают текилу. Вот они же отрезали, сделали, выпили. Отрезали, сделали, выпили. Вот эти внизу все поотрезали, но уже много выпили. Но у них еще есть вот... На будущее придут гости, раз, отрежут, выпьют, отрежут, выпьют.